Тбилиси один дом. Сервис ужасный. Немножко кружится голова. На меня смотрят, почему я разговариваю с камерой. У меня сел голос. Открывай! Как люди сюда заходят? Я люблю Грузию. Именно с этих слов я хочу начать влог о Грузии. Я приехала сюда на несколько дней с командой, с Арсением, Вовой и Платоном. И мы решили начать именно с Грузии, с Тбилиси, начать новый проект, который называется «Счастье». Да, вы не расслышались, именно «Счастье». Мы будем встречаться с разными людьми разных профессий и задавать им вопрос, что такое счастье для них, и рассказывать это вам. А сейчас я иду по центру Тбилиси, на меня смотрят, почему я разговариваю с камерой. Но я привыкла. Бегу к ребятам, и наш первый персонаж, моя близкая подруга, которую я очень люблю и уважаю, Нино. Ну, в общем, вы сейчас все сами увидите. Кстати, я буду снимать бэкстейдж о том, как мы это делаем. Сейчас покажу ребят, где-то они здесь сидели. А вот, собственно говоря, Арсений. Я просто понимала, что я могу свое опоздание 20 минут оправдать только тем, что я снимаю на камеру. Арсений и Вова прячется. Вот эти два мальчика приехали специально от Тбилиси, чтобы делать великие дела. Они, конечно, делают вид, что они охранники, но это не так. Итак, мы пришли к Святой Святых. Where is love? Место обитания Нино. И давайте подумаем, надо как-то, наверное, постучать. Да? Или позвоните. Как люди сюда заходят? Нино! Открывай! Здрасте! Здрасте! Нино, мы ждем. А Нино, она в офисе. Да, да, да. Надо было сейчас снимать мое лицо просто. Нам здесь тебя подождать? Давайте посмотреть пиво. Как красиво. Я у вас здесь не была. Очень круто. Я была в старом. Очень круто. Я хочу все. Боже, нет. А у меня есть вот такие вот сережки. Это наши ребята. Привет, ребята. И... Вы уже снимаете? И Арсений. Нет, вы всегда снимаете. Нино. Не могу смотреть, потому что волнуюсь, чтобы все было хорошо. Вот. Пока решили все погулять. Вот мальчики сделали то же самое. Даю обещание. Нет, у меня сел голос. Даю обещание, что сегодня буду максимально много снимать, и поэтому я решила снять мой завтрак. Вообще, сегодня будет очень большой день. Надеюсь, что мы встретимся со всеми людьми, с которыми мы запланировали. Не будем снимать счастье. Мой завтрак выглядит так. Сумасшедший авокадо-тост, латте, свежие ягодки, йогурт и апельсиновый фреш. На меня как на сумасшедшую опять смотрят вокруг люди, что я общаюсь с камерой, но... Пусть Грузия привыкнет тоже. Смотрите, когда я пошел в детский сад, и шок у меня, что только там я узнал, что не все человечество пошло. Я думал, что это как люди говорят, так случается. Это естественно, да? И с тех пор у меня, как сказать, вот песня и все это. Вот поклонникам истории. Я всегда люблю старые фотографии. Ну как, Пётр? У меня был больше. Ну как, ощущение? Очень необычно. Легче, чем из бокала. Да, легче.
Легче, почему? Я не знаю. Может, серебро что-то делает. Может, это психологически. Правда? Вообще-то, когда пьем вино, психологии очень много. Спустя 3 часа мы сняли Лаурсаба, только вышли из его замечательного места Азербеша. Немножко кружится голова, то ли от большой любви, то ли от вкусной еды, то ли от вкусного вина, не знаю. Мы идем дальше к следующему герою. Мне очень хочется сейчас записать несколько мыслей, которые у меня родились внутри после встречи с Лаурсабом. Обязательно ими поделюсь. Вы понимаете, что у вас всегда, всегда завален горизонт? Это, кстати, не я снимаю никогда. Да. Это вот Арсений. Либо Вова. Посмотри, видишь, как круто? Кстати, доброе утро. Ребята пришли ко мне в 8 утра, чтобы сделать кадр, но мы этого не сделали. Можно я переоденусь? Все, вы можете меня здесь подождать? Мне минута нужна просто. Просто нескончаемый поток движения камер. Вы понимаете, в руки камера попала в поток, поэтому она стала очень... Нормально, да? Ну, прикольно. Чем насчет жизни? Примерно. Прикольно. Ребята, что вы делаете? Нам сказали, у вас место сломано. Вот туда еще. Ну, поправьте, вот туда чуть-чуть надо еще. Не платим. Я просто крылья сделаю. Сервис ужасный. Я служил на большой грузинском месте храм Георгия. Я там служил. 4 года. Когда у красной шапочки не было красной шапочки, как ее звали? Это гениально. Все наши знакомые, все ходили с театра, тоже приезжали. Было весело. Есть? Да, было весело. И как положено. А расскажите, как? Красота. Есть в Тбилиси один дом, который все называют своим домом. Это апартаменты моей подруги, которая несколько лет назад открыла свои двери для всех посетителей. Он называется Чекпоинт, я вот сейчас в нем нахожусь. Здесь можно жить, останавливаться, и люди со всего мира приезжают сюда и возвращаются сюда, как в свой дом. Это замечательное место, сумасшедшая вот Линочка. И вот так выглядит ее прекрасный, невероятный дом. Вот так вот он выглядит. Это вход в номера, да? И... Вот эта прекрасная девушка, Фрида Кало, встречает всех гостей и стала местной знаменитостью. Одно из мест силы. Да, это одно. Ну, вставай в кадр. Она реально объемная. Реально. Она живая. У нее взгляд смотрела. Ну, все как мы любим. Лину мы снимаем наш проект Citizen. Она поделится с нами своими местами в Тбилиси. А самое главное, вот это птичка. Испугался у меня. И вот такой вот вид. На старый город. Всем привет! Все, мы уезжаем из Грузии. На этот раз много кого не увидели, много что я не сняла. Сюда всегда хочется вернуться, здесь всегда очень хорошо. Пишите обязательно свои комментарии, потому что только благодаря им я могу как-то корректировать то, что я снимаю, и слышать какую-то обратную реакцию. Спасибо вам большое, что вы со мной. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы едем дальше.